Азиев Магомед. Первый захват. Давай, разгоняй, разгоняй сначала. Он ровно стоит, разгоняй, Мишка. Алишка, разгоняй. Не с того захвата. Ай, хорошо. Забегай, забегай, есть. Колено в живот левое поставь. Дальше забегай, забегай голове, дальше голове. Голове идет, чемоданом, чемоданом, не надо колено. Дистанцируйся, чемодан, да, грузином. Пошел, забегай. Изнутри надо колено грузить, а не штанину хватает. Дистанцируйся от него, отпрыгни назад. Ручки положи, забегай, забегай. Алишка. Упор на руки. Упор на руки переводи, таз чуть назад, когда забегаешь. Молодец. Держись крепко. Зафиксируй. Ноги вытащи его. Подожди, прижми его. Вот сейчас будет. Сейчас есть. Дай ножки вставить. И пошел, да. Другую сторону ломай. Центральный ковер называется. Держи, держи. Ползи выше, под локоточки. Али, Али, смотри сюда. Прижми, ноги, прижми. О, хорошо. И теперь собирай весь маунт. Собирай ручки его. Вытягивай, вытягивай. Под локоточек просунь руку. Топ. Победа одержал Сатула Мишина. Хорошо руку просунь. Да, да, да. И пошел. Вещи надо. А борьба за третье место. Весовая категория 30 килограмм. 7-8 год. Сколько за Арсений? Тут заработки свои. Отношения становятся. Сколько Арсений, Абдузаров и Смаил. За ними готовятся Насиров, Амин, Богомолов, Армен. Борьба за первое место. Американо там пойдет, когда он ручки сопнут. Американо готовит. Подожди. Андрей Васильевич, Андрей, не реши! Да его проблема, у тебя человек позиция получаться не надо. Да, да, да. Как только... Стоп, стоп. Скориков Арсений в красном, Абдузаров Исмаил в синем. В этой схватке победу одержал Абакаров Али. Выходит в финал. Кузовенков.